Здравствуйте, уважаемые и дорогие наши телезрители! Привет! Сегодня мы продолжаем рубрику «Кулинария в лингвистической школе и британского лицея». И с вами снова я, Евгений Погровецкий, шеф-повар, и мои помощницы Эвелина и Камила. Сегодня мы раскроем свой секрет по приготовлению праздничного новогоднего печенья. Для этого нам понадобится мука, сахар, масло сливочное, яйцо, ну, конечно же, формочки, которые мы будем делать наше печенье. И сейчас девочки вместе со мной вам покажут, как это нужно правильно сделать. Итак, для того, чтобы получилось наше тесто, нам нужно смешать яйцо и сахар. Сахар будет закладывать у нас Эвелина, а яйцо – Камила. Нам понадобится 3 яйца. Сахар. Это все мы тщательно взбиваем. Пока Камила будет взбивать яйцо с сахаром, мы с Эвелиной отмерим нужное количество сливочного масла. Камила, не балуйся. Нам понадобится 150 грамм сливочного масла. И это все мы также растираем с яйцом и сахаром. Итак, теперь мы добавляем муку. 400 грамм муки. И все рукой перемешиваем. Вот наше тесто уже готово, и сейчас мы с девочками вместе будем делать печенье. Итак, для этого нам нужно раскатать наше тесто. Эвелина, ты что выберешь себе, зайчика или елочку? Елочка. А Камила будет делать зайчика. Раскатали тесто, и теперь делаем печенье. Эвелина, делай. Камила, давай, помогай мне. На форму мы выкладываем наше печенье, смазанное предварительно сливочным маслом. Эвелина. Остатки теста можно снова перемешивать и опять раскатывать. Для того, чтобы тесто было немного лучше, его можно положить в холодильник на 20 минут. Готовое печенье мы вместе с моими помощницами будем выпекать в духовке при температуре 180 градусов 25 минут. И вот наша духовка прогрета до 180 градусов. Мы закладываем туда наше печенье и настраиваем ее на 25 минут. Смотри, как быстро пролетели наши 25 минут. Камила, а то слишком горячо. Ой, какой аромат, как в детстве. Слушайте, ух, как горячо. После выпекания дадим нашим печеньям 10-15 минут остыть. Ну и теперь мы можем их пробовать. Пока Эвелина и Камила будут пробовать наше печенье, я воспользуюсь моментом и поздравлю вас, наши дорогие телезрители, с наступающим Новым годом. Выпекайте, творите, пусть у вас все всегда получится. С вами были мы, Эвелина и Камила, ну и, конечно же, я, шеф-повар лингвистической школы Евгений Покровецкий и британского лицея. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!